Ой, Макс, а что это у тебя? Ага, неужто ли ветрянка сама отваливается? Дай-ка посмотрю поближе на твою ветрянку. Обмануть меня хотел, да? Чтобы в школу не ходить. Ай-яй-яй, а ветрянка-то не настоящая. А ну, брысь, собирать в школу рюкзак. Прогульщик. Мама, мамочка, я все выпила. Ой, по-моему, у меня на ручке какой-то прыщик. Что, Дианочка, прыщик? Я же тебе вчера говорила, не ешь столько сладостей, может быть аллергия. Ай-яй-яй. Мама, ну как не кушать сладости, если хочется конфет? Диана, какой-то прыщик? Да ты вся в красных прыщиках, вся при всем. Вот, посмотри в зеркало. Дианочка, а голова у тебя не болит? Не-а, не болит. Мама, а кто это? Дианочка, я как понимаю, то у тебя ветрянка. Ветрянка? А это как? От ветра, что ли? Нет, Дианка, не от ветра. Просто так называется. Ветрянка или ветряная оспа. Так, подойди ко мне поближе. О, а что это? Дианочка, мне нужно прижечь твои прыщики зеленкой. А? Что? Прижечь? О, это будет сильно жечь. Нет. Не надо меня жечь зеленкой, нет. Дианочка, стой, да не буду я тебя жечь. Я просто намажу. Это просто выражение такое, прижечь. Не надо. Дианочка, стой, я должна тебя намазать. Нет, не надо меня мазать. Я все равно тебя поймаю. О, мам, Диан, а вы что в садик не забираетесь? И что вы так топаете? В догонялки что ли играете? Нет, Макс, представляешь, мама хочет меня прижечь, а я убегаю. О, Дианка, а ты чего такая красивая? Вся в прыщах. Шоколадок опять объелась, что ли? Нет, у меня ветрянка. И в садик я не пойду, потому что заболела. Ай, мама! Фу, ну хоть один прыщик намазала. Ветрянка, значит. И можно в садик не ходить, да? Ага. А ветрянка – это заразное заболевание. Мам, а посмотри получше, вдруг у меня тоже есть где-нибудь прыщик. Я тоже заболел ветрянкой. О, голова болит. О, мне плохо, я заболел. Макс, не придуряйся. В школу ты пойдешь. Ты ветрянкой уже болел, а ей болеет только один раз. Да, вот незадача. Но из каждого правила бывают исключения. Я же могу второй раз заболеть, правильно? Тын-тын-тын-тын. Катя! О! Ай, напугал. Что, Макс? Что? О! Да я смотрю, у тебя вот в этой штуке есть красный цвет. Дай мне, а? А зачем тебе? Катя, ты представляешь, у нас Дианка заболела ветрянкой и покрылась красными прыщиками. И она не пойдет в садик. А у меня сегодня контрольная, к которой я не готов. И я тоже не хочу идти в школу. Да, я нарисую себе красных пятнышек. И мама скажет, что я в школу не ходил. Ну дай, дай, только не рассказывай. Макс, разве можно маму обманывать? Так поступать нехорошо. Катя, ну дай, я маме вечером все сам расскажу. Контрольная-то уже закончится, но накажет немножко, зато двойку не получу. Все, сейчас принесу. О, ну вот и готово. Макс заболел ветрянкой и в школу не пойдет. Мама, мама, посмотри, у меня тоже наскакали какие-то прыщи. И правда. Но насколько я помню, ты ветрянкой уже болел. Как-то умудрился заразиться второй раз. Очень интересненько. Ну ладно. А, сейчас проверю. Вдруг это нарисованные. А, Макс, я Дианке уже сделала. Нужно сделать сначала укол, а потом я намажу тебя зеленкой. Укол? Ладно, чего не сделаешь ради контрольной. Давай. А, ну мама, ты же говорила, от ветрянки уколов не делают. Это мне что, тоже сейчас укол будет? А, не хочу укол. А, так это мама меня проверяет. Ну, мама, что там с уколом-то? Жду. Ну, укол согласился. И правда, что ли, заболел? Ну ладно, пойдемте позавтракаем, потом я вас с Дианкой намажу зеленкой. В школу сегодня не пойдешь. В школу не пойду? Ой, как жаль, как же жаль, я так сегодня в школу хотел. Эх, ветрянка, а теперь из-за нее и в школу не пойду. Ух, как там школа без меня? Справится, ай-яй-яй, как не вовремя эта ветрянка.
все планы мне нарушила. Дети, вот я сделала желейные пудинги, кушайте. Ура, мой любимый желейный пудинг. Ой, кажется, моя ветрянка отваливается. Надо быстренько собрать. Ой, Макс, а что это у тебя? Ага, неужто ли ветрянка сама отваливается? Дай-ка посмотрю поближе на твою ветрянку. Обмануть меня хотел, да? Чтобы в школу не ходить. Ай-яй-яй, а ветрянка-то не настоящая. А ну, брысь, собирать в школу рюкзак. Прогульщик и обманщик. Я же тебе говорила, мама сразу все узнает. Мам, да я это, там контрольная просто сложная. Эх, вот так, ребята, вот такая история. Ветрянка оказалась не настоящей, и в школу придется идти. Эх, ну сейчас пудинг съем и в школу. Ну что, ребята, пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока. Мой вкусный мишка. Макс, обманщики такие вкусные пудинги не едят, а вот мамы едят. Мама, как? Давай хотя бы напополам. А?